Я Баю Марья Ивановна, с 35-го года рождения. Родилась в селе Крутовском Староюрского района Тамбовской области. Нашей семье во время войны жилось очень трудно. Отца взяли на войну в 41-м году. Нас осталось 5 человек у мамы. Мама одна работала в колхозе «Маяк». Тогда платили трудодни, а на трудодни давали зерно. 2 братьев старших с 26-го, с 31-го года учились, а мне пришлось работать за няньку. Я ухаживала за братиком, который с 38-го года, Михаил, и с 41-го года, которым в начале войны было всего 6 месяцев. Моя задача была такая – присматривать за братиком, 3,5 года ему было, и качать люльку с младшим братиком. Когда он заплачет, надо было ему давать соску, жовка такая называлась. Она, это хлеб, намоченный в сладкой воде, завернутый в марлю. Он сосал и замолкал. Один раз был случай, когда не было у меня этой жовки. Мой братик сильно расплакался, и я плакала. Я то не знала, как его уговорить. Я начала тоже орать ему. Он глазки на меня выпулил, посмотрел и перестал плакать. Когда мама пришла с работы, я ей похвалилась: «Мама, я умею как братика уговаривать, чтобы он не плакал». Я его перекричала. В 43-м году взяли брата старшего на войну. Помню, был проливной дождик. У нас в избе текло, крыша прохудилась. Было много народу. Все плакали. И плакала я. Братик меня взял на руки, начал носить по избе, целовал, прижимал к себе, как будто знал, что он меня видит в последний раз. Когда брат уже ушел на войну, после этого у нас обвалилась крыша, потолок. И нам пришлось идти к соседям на квартиру. Соседи нас приняли, брат с сестрой, оба богомольные. Брат очень был богомольный у сестры, у этой. Сами молились и меня заставляли молиться. А молиться мне не хотелось, я маленький была. Так он меня щипал до синяков, чтобы я молилась. Я молилась. Потом я пошла в школу. В школе я был праздник. День рождения Владимира Ильича Ленина. 22 апреля. Я была маленькая. Учительница меня подняла на ручки, поставила на табурет, чтобы все видели. И я рассказала вот такое стихотворение. «Бабушки Варварушки, я связала варежки. Думала-подумала, а дарить раздумала. Отошлю на фронт бойцу, вдруг достанется отцу. Будет рад и он, и я, и Варварушка моя. За это стихотворение мне дали подарок, тетрадь. Это такой дорогой подарок для меня». Я его принесла. Всю жизнь, мне кажется, я лучшего подарка и не получала никогда. Я тоже, как могла, помогала. Шила кисеты, вот такие кисеты. В эти кисеты мы
насыпали самодельный табак для бойцов. Всем селом их собирали и отсылали на фронт. Я в свои кисеты ложила записку, в которой писала, чтобы быстрее разгромили врага и пришли домой живыми с победой. Мы тоже, как могли, помогали. Помогали домой. Весной, когда поле спашут, картофельные, весной собирали картошку, которую там пропускали, когда картошку. Весной собирали колоски. С картошки с этой мама терла и добавляла туда, отжимала. С отжимок у ней получался с воды крахмал. А в отжимках она ложила туда лебеду, ну, муку, все перемешивала и пекла нам пышки. Соли даже не было, не соленый пекла. Пошел и брат работать, бросил школу с 31-го года Николай. Маме помогать нас кормить. Он пахал на быках в колхозе землю, в колхозе маяке. Землю. На это давали им, писали трудодни, а на трудодни давали зерно. Нам еще помогала папина сестра. Она не с нами жила, отдельно. Она ходила, побиралась, бедная, и нам приносила кусочки. Когда она приходила с этими кусочками, для нас был такой праздник. Мы так ей были благодарны. Мне уже... Я уже старая. Немощная. Инвалид второй группы. Но участвую, люблю участвовать во всех конкурсах. О войне моей, как прожили бы год войны, знают мои дети, внуки и правнучка. Я хочу рассказать о том, как Баева Марья Ивановна в этом году участвовала в различных конкурсах в 2020 году. Конкурсы были посвящены 75-летию Победы. В нашей газете «Республики Коми», городская газета «Печорское время», была опубликована ее статья «Живут во мне воспоминания о трудных военных годах». И эта статья была признана лучшей в номинации «Наша победа». За эту статью Баева Марья Ивановна получила диплом первой степени и памятный подарок от редакции этой газеты. Также ее статьи о трудных военных годах в этом году были опубликованы в городской газете, городская газета «Волна», город Печора, Республики Коми, в республиканской газете «Трибуна», город Сыктывкар, а также в областной газете «Староюльская звезда» Тамбовской области. Баева Марья Ивановна участвовала не только сама в конкурсах в этом году, но она привлекала к участию и свою внучку Щукину Валерию к участию. Республиканским журналом «Город Сыктывкар» Коми Республика был конкурс организован, назывался конкурс «Что я знаю о войне». И в рамках этого конкурса участники, его дети вместе со своими бабушками, тружениками тыла, ветеранами войны, должны были какую-либо поделку представить на этот конкурс. Баева Марья Ивановна вместе со своей правнучкой Валерией сделали такую вот вазу на этот конкурс и гвоздики и отправили в адрес этого журнала «Радуга». За эту поделку редакция этого журнала «Радуга» поблагодарила участников и наградила
Леру Щукину благодарностью. Баева Мария Ивановна очень активна по жизни, и она очень благодарна организаторам этого конкурса за возможность поучаствовать в нем. Я очень благодарна своему президенту Путину, который старается, чтобы был мир во всем мире, чтобы не было войны. Очень благодарна своему губернатору Владимиру Уйбе, который не забывает про тружеников тыла и про нас, детей войны. Большое им огромное спасибо.